Вспоминают Бориса Немцова на Украине. Жители Киева несут цветы посольству России. Пользователи соцсетей призывают сегодня в полдень выйти на Майдан, чтобы почтить память политика. Отмечу, что украинцы никогда не возлагали цветы в память о тысячах погибших на юго-востоке земляков. А к российскому посольству раньше украинцы приходили только, чтобы закидать дипмиссию камнями, яйцами и коктейлями Молотова, после того, как Россия неоднократно призывала прекратить карательную операцию против мирных жителей Донбасса.